Всем привет. Я прочитаю стихотворение «Мастер-класс». Называется «Стих про стих». Я в театральном обучался. Стихи умею я читать. Нас там учили очень даже. Я правила усвоил все. Сначала надо быть спокойным, размеренно повествовать и быть загадочным, но в меру, чтобы интрига между слов и со всезнающей усмешкой смотреть на зал, как на детей. Мол, я-то понял, я-то знаю тупую легкость бытия. Затем интригу понемногу необходимо нагнетать, и делать это надо плавно и с поворотом головы, произносить слова быстрее и в ноте как бы повышать, все выговаривая четко, не запинаясь, не бубня, рукой вот так вот помогая, показывая как бы что, накал страстей уже в процессе, что кульминация вот-вот, и распростерши руки к залу, слова чеканить словно шаг, что буква каждая слетала орлом двухглавым с языка, и даже если будут слюни, так это даже хорошо. Ты в образе, не замечай их. Ты дождь, ты вихрь, ты артист. Потом делить слова на слоги. Орать, да так, чтоб грохнул зал. Внезапно. Только перешел на шепот, еще раз крикни! Чтоб у всех дыхание перехватило. А сам что дальше вспоминай? И пауза. Ты вспоминаешь. И дальше вот. Еще одна. Офигеваешь как бы сам, как классно ты сейчас орал. И оборот избавить нужно. Слова раздельно говорить. Все так же четко, но раздельно, выдавливая как бы их. Дышать при этом нужно часто. Как будто после боя ты. Как будто тысячу километров бежал по лесу с рюкзаком. Еще при этом очень важно, что происходит на лице. Глаза на мокром месте. И брови, чтоб вот так. Слова все тише. Реже, даже проникновение куда. Мурашки побежали, чтобы, и чтоб слеза. Когда финал уж очевиден, закрыть глаза и голову спустить на грудь. Чтоб зритель понял. Конец стиха. Аплодисменты. Браво!